Сегодня, придя с работы, сразу получил задание погулять с нашим питомцем. Но от такого не отказываются. Взял Тоби, и мы пошли гулять. Встретили беленькую подружку, тоже цверк, маленькая, еще несколько месяцев. Тоби! Тоби, беги! Только красивым девушкам Тоби разрешает такое панибратство. Ну? Дядька. Ой, какие. Ох, какие. Ну, у него уже все равно, видишь, у него уже пролинявшая ногу. Ох, какая хорошая. Да, какая. А это они же сейчас собираются. Сейчас что только не понаводили. Сейчас видели каких-то еще вообще мини-цверков. А ты что рычишь? Ты что, рычишь, ребенка увидел? Зарычал. Что, Тоби. Охраняет, да? Ага. Деток охраняем, неважно чьи. Главное охранять. Тоби. Красивая. Ой, прелесть, а. Да. Она дома, у нее тут вот, ну, шерсть сейчас уже, наверное, 4 сантиметра. И она дома, конечно, как медведь. Она лохматая, не знаю, какая. Мишка. Одинаковые позы. Ну, а прыгает как будто мячик от пола. Дын-дын-дын-дын. Нет? Дын, дын. Не нет? Вообще. А мы как мячик вот так вот тыр-тыр-тыр-тыр и понеслась. Не тот, кто зазвался. Ну что, голубей пойдете гонять? Где птички, Тоби? Тоби, беги, догоняй. Ну-ка, догоняй. Где птички? Тоби. Как-то не рвется наш Тоби сегодня на лед. Недоверчиво к нему относится. Хотя чувствуется, что птичек погонять хочется ему сегодня. Сейчас посмотрит на подружку, рванет за ней. Ну и какая же прогулка с друзьями может закончиться без дружественных поваряшек и побегушек? Бедная Лизуля, ее дома после этой прогулки ждет солидная головомойка. Она же девочка.
Ты собака рычу. Это он так общается. Разговаривает чего-то. Да, это точно. А вашего, наверное, можно 3 раза в день мыть. Да, нет, лапки не моют. В этом году очень грязно. Ой, Тоби, тебя похвалили. Ну все. Тоби, отойди. С подружкой собачка. Тоби, это девочка. Ага. Фу. Тоби, а ты убежать не можешь, тебя догоняют. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.